Сегодня в Чебоксарах стартовала 13-я межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2021». Она проходит в торгово-выставочном комплексе «Контур». Здесь представлено более 30 видов картофеля, семена популярных сортов отечественной и иностранной селекции. Кроме этого, на выставке есть все, что связано с выращиванием второго хлеба. Удобрения, средства защиты растений, специальная техника. Причем выбор есть и для хозяйств, и для дачников. Я каждый год хожу на эту выставку. Техника, конечно. Мы в 70-е годы работали, у нас техники почти не было. А сейчас совершенство. Защита. Сорта, удобрения. Короче, не ленись. Мне нравится, я часто посещаю, тем более мне картошка нужна, я сама сажаю. Мы узнаем о новых сортах картофеля и сажаем у себя, получается как-то вкусная, хорошая картошка. В выставке участвуют 85 компаний из 23 регионов России и Республики Беларусь. Основная цель – объединить современные достижения науки и практики в картофельной индустрии. Специалисты обсуждают ситуацию на рынке, селекционную работу, знакомятся с новыми сортами, проводят мастер-классы.